Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Пришли сегодня на рыбалку, ловить будем на фидеры. И как раз сегодня испытаю новый фидер от фирмы Даюй. Погодка, ветерок. Собираю, друзья, фидер. Катушку буду использовать также Даюй. Такая вот катушечка. Ей уже лет 8, друзья. Как раз я ее использую для фидеров. Как раз сейчас попробую в комплекте с фидером от Даюй. Сейчас соберу, посмотрим, что он из себя покажет. Довольно гибкий, такой лапшеватый. Посмотрим, главное, чтобы по рыбе отработал хорошо, чтобы связал рыбу. Сейчас посмотрим. В принципе, такой на любителя фидерок. Для озер, я думаю, по мелкой рыбе, по плотве, по подлещику, по густерке будет довольно неплохо работать. Сейчас посмотрим, соберем, увидим. Первый заброс, друзья, фидером. Так вот он согнулся под кормушкой 70 грамм, хотя стоит кивертип на 80. И будем плавненько, аккуратненько забраться. Не хочется пока что перегружать, надо проверить, посмотреть, как он работает сам по себе. Забросы недалекие, метров на 15. Конечно, он может кинуть очень далеко, но нам дально сейчас не надо. Течение сильное, и чем дальше мы забросим, тем сильнее сносит кормушку к берегу. Поэтому делаем небольшие забросы. И теперь ждем поклевки. Пуляет, друзья. Сейчас кинул посильней ради интереса. Летит очень хорошо, но боюсь перегружать его. Прошло полтора часа, друзья, ни одной поклевки, что-то рыбка брать не хочет. Но зато потестировал фидер. В принципе, с кормушкой в 70 грамм полной прикормки он справляется отлично. Пробовал и на дальние дистанции забрасывать, и на ближние. Хорошо кидает, гибкость хорошая. Поэтому фидер на любителя, ну, мне он понравился. Конечно, он больше для озер, а не для рек с сильным течением, как у нас на реке Западная Двина. Конечно же, потестирую его на озерах, но я думаю, для озер он вообще идеально подойдет. А мы пока продолжаем ловить дальше.
потестируем фидерок, посмотрим, как он кидает. Кормушка 70 грамм, кивертип стоит с тестом на 80 грамм. Довольно хороший заброс. Так вот, работает сам фидер. Попробуем забросить подальше. Против ветра довольно неплохо. Шпуляет. Но в целом неплохой фидер. Говорю, предназначение его больше для озера. И работать с кормушками до 50-60 грамм лучше всего. Друзья, рыбалка подошла к концу. За 4,5 часа ни одной поклевки практически. Так, пару раз дернуло и ничего не взяло. Ну, хоть потестил сам фидер. Ну, что скажу по фидеру. Фидер понравился, но он больше озерник, чем для реки. Поэтому смотрите сами, выбирайте сами, что вам надо. Как видели, он немножко такой лапшеватый. Ну, в принципе, мелкую рыбу будет приятно вытаскивать. Очень хорошо отдается все в руку. Довольно неплохой фидер за свою цену. Ну, на этом рыбалочка заканчивается. Всех благ вам, вашим близким. Ни хвоста, ни чешуи на рыбалке. До новых встреч.